Даша Корейка мне угрожает. Так, я вот буду сейчас пить колу, пробовать с тремя штучками Ментоса. А я как бы донатил Даше Корейке 20 тысяч рублей. Не будет Даши Корейки больше, вы понимаете? JB Music Production. Кто такая Даша Корейка? Даша Корейка – трэш-сенсация всех соцсетей. Благодаря ее фразам группа BTS получила огромную популярность в России. Корейка Даша разрывает TikTok и Twitch своими огромными просмотрами. В этом видео Женя Украинка, это я, будет смотреть Дашу Корейку. Это она. Или он. Оно. Вы же в комментариях напишите, кто вы, ваше имя и национальность. Мое знакомство с ней произошло в видео, где я смотрел приложение Like, ссылку я оставлю в описании. Но сегодня мы с вами посмотрим на полноценное ее творчество. Извините меня за слово творчество. И посмотрим нарезку самых смешных моментов с ее стримов. Небольшой спойлер, готовьте блевательные пакеты. Let's go, ля-ля-ля. Бича молодой аристократ. Ага, мы сразу начинаем с Кобякова. Кстати, я на эту песню делал капельный кавер, ссылку вы найдете в описании. Ты просто-просто пушка, малышка, безделушка. Кобяков уже оценил, теперь твоя очередь. Почему тебе все говорят побреечку? Меня, кстати, тоже этот вопросик интересует. Откуда они знают, что там джунгли? Джунгли тебя зовут. Во, видел, блядь? Что, палец? Знаете, обычный нормальный человек, когда просыпается, он делает зарядку. Типа, разминает суставы. Даша Корейка разминает только пальцы, чтобы на стримах всех удивлять своей супер-мега-пластичностью. Пишите что-нибудь приятное, я буду все передавать родителям. Вы рот ебала, что вы съебаны, я твою нахуй вертел, ты бабуса-бабуса-чобус. Это самое приятное, что ей могли написать. Так неожиданно и приятно. Что такое? Сейчас такой, спасибо! После такого им еще хуже станет. А что с ними случилось? Я не знаю. Ребята, я не в курсе. Кстати, интересно, что ему задонатил Джесус и Дима Билан. У меня аж сопля вылетела. Ну вы поняли, да? Да, конечно. Сейчас добавлю себя в ТикТоке. А на меня подпишешься? Вот мой аккаунт в ТикТоке. Подпишись на меня. Спасибо. Ой. Ой, отписалась. Ой, удалила аккаунт. Что произошло? Подписалась. Ты рад? Я подписалась. Что я на тебя подписалась? Скажи, пожалуйста, что ты рад? Не, ну она прям чересчур переигрывает. Актерская игра называется. Что? И такое яичко. Оп, курочка. Что там написал мальчик? А можно я сделаю твой подарок маме? Зверодухи в ебало. Слушайте, на самом деле это очень жестоко. Зачем вы такое пишете, алло, народ? Давайте как-то любить друг друга, что ли, а? Напишите Даше что-нибудь приятное. Уж поверьте, ей будет приятно. В принципе, логично. Блин, у Даши Корейки так много подписчиков. Серьезно? Что я не так делаю в своей жизни? Я что, хуже Даши? Ребята, привет, я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Человек, серьезно, гений. Последний, кто еще не скатился. Ребята, это нужно исправлять. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Это очень важно. Вот так вот. Не надо. Надо вот так вот. Понятно? У меня коленка болит. Я вообще не уважаю. Корейка болит? Даша Корейка болит? Опа, пицца. И я хочу кусочек. Смотрите, что я сегодня слепила. О, да ладно. Правда классно? Безумно. Ты такая молодец, такая домохозяйка. Я уже представляю, как повезло твоему будущему мужу. Ой, ёбус, ты только что из коробки это достала. Блядь. Ты глупая или что? Не, ну это прям чересчур переигрывание. Я сама лепила. Старалась. Что ты старалась, что ты лепила? Прикол в том, что она специально так реагирует, чтобы вы писали ей негатив, чтобы она еще больше так реагировала. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Но если вы перестанете этого делать, она просто исчезнет. Не будет Даши Корейки больше, вы понимаете? Как человек устроен? Я сама это делала. Угу. Пленку, я сама пленку изготавливала. Что за неуважение? Да вообще, ребят, как вы... Чего вы не уважаете ее? Сейчас я пойду в микроволновку
поставлю, вас их угощу. Давай, отправь мне, пожалуйста, по почте мой телефон. Все, жду. Такие вот штучки. Вот такие. Такая вот кока-кола и ментос. Интересно, что же ты собираешься с этим делать? Даже не знаю, у меня даже никаких предположений нет. Я предлагаю залить все в организм. И будет такой... Просто мне вчера подписчик сказал, если ты будешь пить колу с ментосом... Все будет хорошо, жизнь наладится. У тебя будет в жизни все хорошо. Это просто был я, вы понимаете, это я. Я как бы донатил Даше Корейке 20 тысяч рублей и писал такие вот комментарии. Вы еще хотите, чтобы я не пила, да? Видите, как вы меня ненавидите? Хватит корчить из себя жертву, о тебе же заботятся. О твоем организме. Я принесла нам в школу пиццу. А тарелка нет? Это мое дело. Угу. Давай, сюда. Я со всеми делюсь. Давай. Не, после тебя не хочу. Не то, что я брезгливый, но я брезгую. Не понял. Приятного аппетита. Пицца немножко не доготовилась, но ничего страшного. Но ничего страшного. Доготовится в желудке. Дело еще чуть-чуть, ее поварится. А это что? Ты самолетик? Что, я раскрыл тебя? Я угадал? Ты мне угрожаешь? Даша Корейка мне угрожает. Тихо, тихо, не подходи! Не подходи с холодным оружием, я сказал! Ну, стой! Стой на месте! Сука. Тихо! Фа. У меня пульт от кондиционера, если что! Я прошел! Не надо так, пожалуйста, говорить на меня! Приветик! Спасибо! Ты скример тупой, хоть фу в тебя, ты собака, ты собака, ты собака! Не надо плакать, успокойся, ты сильный мужик, сильно независимый мужик. Не плачь, я сказал, не плачь. Успокойся, успокойся. Вы хотите моего салатика, которого я сама сделала? Нет, спасибо, не хочу. Как-то выглядит он максимально странно. Хотите вы такой салатик? Не, лучше пиццы дай мне, только новую, не то, что ты хавала. А когда пойдут шутки? Когда будет смешно? Мне обещали нарезку смешных моментов. Где эти смешные моменты? Это батл. Кто больше выдохнет? Я выиграл. Только не плачь, ну не плачь, ну проигрывать тоже нужно уметь. Сука! Ты его нахлёбу съебал, ты понял? В общем... Да. Что? Я вчера гуляла. Молодец. Супер, это полезно. Чтоб не постоянно за компьютером сидеть. Ко мне подходит подписчик и говорит, ты очень милая и красивая. Ну, а это точно нормальный подписчик? Я хочу подарить тебе... Чё? Кое-какую игрушку. Бритву? Мне кажется, ты на нее очень сильно похожа. А ну-ка, давай удиви нас. И достает вот это! Ну, нормальная милая игрушка. Можно не так сильно кричать? Ты высмаркиваешься в руку, типа в ладошку, высмаркался, успокоился и заел. Что это? Это планктон из Спанч Боба. Что это? Это планктон из Спанч Боба. Что это? Это планктон из Спанч Боба. И не похоже на него! Зачем она так делает? Объясните мне. Понятно вам, блядь! У тебя все нормально с головой? Все дома? Он у себя шоколадку купила, гадина. Жрешь? Ты же можешь хочешь шоколадку. А мне не даешь. Надеюсь, вы это видео смотрите мне в наушниках, потому что ощущения просто отвратительны. Но если вы любите мерзость, то наденьте наушники, перемотайте этот ролик и посмотрите еще раз. Но говорю сразу, что это не учебная тревога, поэтому будьте осторожны. Ты что, больная? Какой кошмар, это похлеще ваших скримеров. Короче, просто включайте Дашу Корейку, все, инфаркт вам обеспечен. Без мама! Без... Ой,
Да? Ты сама в шоке, да? Господи, какой ужас. Ну это реально страшно. Похлеще всех фильмов ужасов вместе взятых. Мне потом кошмары будут. Попри очку, блядь! Тихо! Че ты орешь на меня? Попри очку, блядь! Чего она постоянно свои пальцы нюхает? Мне кажется, Лена за кадром, когда уходит там на кухню, типа подогреть пиццу, эти пальцы что-то с ними странное делает, куда-то сует. Потом приходит и нюхает. Так. А, какой приятный запах. Ох, какой аромат. А, нюхала бы постоянно. Ребятки, давайте сделаем. Давай. Как мне подписчик советовал, кока-калу. Кока-кала. Типа какашки-коалы, кока-кала. Что она делает? Она пытается пукнуть? Я пернуть хотела. Дашка-пердашка. Оу, оу, завоняло чем-то, ой. А потом пицца провоняется. Спасибо, я больше не буду. Я как-то уже и не голоден, как-то перехотелось кушать. Я на диету, наверное, сяду, стану вегетарианцем, мяса как-то больше не хочется уже. Сейчас я буду пить колу с ментосом. Я не знаю, что из этого получится. Но подписчик мне сказал, что это супер вкусно. И меняют вкус колы на ванильный. Мне очень интересно это попробовать. Это для меня такой новый этап в моей жизни. Последний. Финальная глава Даши Корейки. Вот так вот. Не надо. Надо вот так вот. Понятно? Мне подписчик посоветовал попить колу с ментосом. Мы уже услышали. Сейчас буду это пробовать. Мы уже это слышали. Тихо, осторожно. Осторожно. А то выльется еще с газиками. В твоей квартире не привыкать к газикам. Я пернуть хотела. Она реально сейчас это будет делать? Ты че? Ты че, обобус? Are you seriously? Так, я вот буду сейчас пить колу, пробовать с тремя штучками ментоса. Сейчас попробуем, насколько это вкусно. Это фиаско, братан. Это скламили. Фу, а это ты зачем делаешь? Легкий газированный душик. Пойду приму, а? Все? А, конец, да? О, следующее видео Брайана Мапса. Ну, я его посмотрю уже без вас. Ну, а на сегодня все. С вами был Женя Белозеров. Пока.